А вы откуда? О, минуточку, мы в Барнауле. Минуточку. Мальчика тоже в Барнауле. Так, а вы кто? Храбрятся или кто? Православные. Новобрядцы. Но мы не отрицаем старобрядцы. Мы не старобрядцы. Мы сами старобрядцы. Игнат Цыпадин. А? Игнат Цыпадин. Ну, Игнатий там. А что такое? Игнатий. А что? Не выслушал? Я. А я в Колесникова Нина. Геннадий Колесников сестра. Ну, Геннадий просто... Так а вас спрашивали сейчас. Все спрашивали. Нина Колесникова. Сейчас отец... А Володя-то в моем доме это он пришел. Отец Максим о вас спрашивал. А кто отец Максим? Да вот ваш, вот батюшка стоял. Спрашивал Игнат Тихонович, а знаете Колесникова Нина? Не, ну, говорит, знаете. А мы в прошлом году проповедовали. Барамлянку проповедовали. А мы сейчас... Мы скоро туда повезем. Игорь, это не. Ну, пожалуйста. Нам есть туда чисто. Нет, это на площади, где площадь. Ну, может быть, мы один день были. Там храм был Рождества Христова. Осталось там даже на этом месте еще, это, как бы сказать, такой детский дом, что ли. И вот мы сейчас решили, уже крест изготавливаем, поставить там крест на этом месте. И вот где-то числа 8-го, 10 августа повезем туда крест. Наш хор поедет, наш вообще, мы поедем все в Коробейниково на Алтай. Мы в прошлом году были в Коробейниково, все заснято там, там отец Роман. Нет, вот мы поедем туда с нашим хором, они хотят, ну просто мы посетим эти места и проедем Боровлянку. Там поставим, споем, прочитаем, вот можете приехать к этому времени. Мы можем созвониться. Я говорю, числа 8-10 августа. Никак. Мы далеко будем. Да, мечетесь где-то. Нет, не мечемся. У нас определенный маршрут, четко по одному. А, ну я так и говорю, Игнатовцы. Ну что ты? Каждый день. Вот сейчас у отца Петра были, я оставил у него 38 книг, которые у него вышли. Мы за то, чтобы народ знал путь правильно. Кресты, вот, которые он ставит, их везде много. Я к этому не привязан. Они никакой роли не играют. Как это не играют? Никакой. Как это не играет? Я еще поясняю вам. Никакой. Я знаю обстановку, люди говорят, какой крест? Да никакой. Никто не смотрит, какой был народ такой. Народу не крест нужен, ему Христос нужен. А тогда они взглянут на крест другими глазами. Но... Ну, это вы делаете. Ставьте кресты, надо, ставьте. Их сломали слишком много, крестов не сломали. Надо поставить на этом месте, не сломали. Еще не дает пока люди. Христос не сказал, идите, ставьте кресты. Говорит, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Это просто и понятно. Если бы я гены колесы, то не проповедовал Евангелие, его бы исключили. Гены? А он не исключил. Я говорю, это Володя. Володя? Да. А Володя по-другому. Да знаю я. Евангелие, живое слово Евангелие. Вот я все равно разговариваю. Вот я сижу и ставлю карту, я не оборачиваюсь. А утром преступники говорят, а можем мы встанем сзади? Вчера больше всех человек сзади вас покормили. Преступники, уголовники, убийцы. Нет. А вот когда, Евангелие. А вот когда мы по кресту по этому вопросу начали поднимать, вот, на Боровлянке, и родственников там много живет, они говорят, ну хоть что-нибудь, хоть какое-то пятнышко святыни будет, они вот за это пятнышко. Люди не понимают. Апостол Павел, это они, 18 они Коринфян, очень... он говорит, слово о кресте, не крест, а слово о кресте для погибающих иеров. Я должен сказать, крест — это пытка. И эту пытку Сын Божий принял добровольно за меня, за тебя. Прими его. И крест тогда будет символом спасения. Он явится знамением на небе. Вот. Ну, так они, увязать все надо со Христом. Так увязать, если там хор споет им, если какое-то слово услышит. Ну, это услышал. Опять же, вернулись к слову. Да, как же не увязать? Увяжется, это все равно. Это они вместе. Ничего, люди не понимают. А вы откуда? Головники на себя крестом. Кто из Барнаула? Барнаула, а вы? Сейчас, Барнаула. Они кресты сегодня, преступники на себя все накалывают и продолжают свои дела делать. Но принявший Христа, он совершенно другой человек. Я крест носил. Сколько вам лет? 73 на днях было. И я не знал о Христе ни слова. Я знал только Божья Матерь, это Высшая, потому что она Мать. Евреи распяли. Евреям надо мстить, бей жидов, спасай Россию. Я это знал. Но когда в руки попало Евангелие, я понял, мои грехи его распяли. Начитывал это Жития Святых, да? Жития Святых. У меня где-то были на прямом. Я на Златоуста. Мы слушали, а сейчас пленки-то уже... Да, добротолюбие. То есть у меня 50 книг насчитаны моим голосом, они сейчас в интернете на весь мир. Игнат Иванович, визитка есть? Вы сейчас с сайта можете скачать. Да, что вы скачать? А вы выход в интернет есть у вас? Где как? Держите. Вот, это мой сайт. А-а-а. Мой сайт. Это университет занятия.
это мой брат священник. Так это я вам. А вы есть? Я мать вам. Ну ладно. С Богом. Слава Иисусу. Вот здесь здоровье.